И снова здравствуйте, друзья! И великолепный солнечный день у нас сегодня, 8 апреля 2019 года. И я продолжаю вам показывать те маленькие островки, очень интересные, которые были проанонсированы мной несколько дней назад в моем коротеньком видеообзорчике. Ну и вот теперь я показываю вам вот этот вот Brown Family Golf and Cafe Club, то есть коричневый семейный гольф-клуб вместе с кафе. Вот он коричневый вот такой. Он расположился, этот гольф-клуб, на берегу красивейшего нашего Channel. Вот там вы видите вот этот меловой обрыв. Там дальше я вам, по-моему, вскользь показывала, вот за этим белым зданием, таким немножко обшарпанным, там зоопарк, зу. Тоже на нашем острове огромный зоопарк, старинный. Он был открыт в 1950 году, и там представлены звери. Чем он интересен и знаменит, что там белые тигры. Но я не была, не знаю, не ходила. Мне, я не люблю в закрытых помещениях в западне, когда в неволе держат зверей. У меня просто слезы больше ничего не вызывает. Поэтому я не хожу. Ну, а вот в эту вот избушку на курьих ножках Brown Family Golf мы зайдем внутрь, так как спрашивают, а что там внутри? А внутри ничего особенного, друзья, так как это гольф-клуб. Здесь всего лишь навсего вот ресепшн. Вот я зашла внутрь, видите. Можете мороженое купить, кто хочет. Какую-то водичку. Ну и, пожалуйста, вам клюшки. Клюшки, гольф-клюшки, какие хотите. Кому интересно, показываю обзорчик клюшек. Их тут великое множество. На любой вкус и цвет. Вот видите, и даже маленькие детские вот здесь. Вот что внутри этой избушки. Вот здесь написано, видите, цена для людей, для детей и пожилых. Вот и все. Покупаете билет и идете на улицу играть в гольф. Показываю еще раз, как облицована эта избушка. Видите, вот такими досками, не обработанными, да, и потом покрашенные. И смотрится весьма великолепно. У меня подписчица моя очень удивилась и сказала, что можно применить, ей будет это у нее для ее дома. Вот, пожалуйста. Специально для вас показываю ближе. И вот вы покупаете билет там на ресепшене. И, пожалуйста, вперед сюда играть в гольф. Вот там уже люди играют. Очень популярная эта игра, вы знаете, у англичан. Посмотрите, какой ландшафт красивящий. Ну и здесь же рядом кафе. Сейчас зайдем, покажу вам. Я показывала вам его в воскресенье. Здесь было больше людей. Сейчас у нас будний день, и, в общем, людей практически нет. Но очень уютно, как вы видите, да? Вот такая шикарная мягкая мебель. Очень впечатляет. И вот эти вот тоже. Это мебель чисто английская. Эти кресла, ой, то есть стулья английские. Видите, в стиле шабишек. И вообще очень яркая, очень красивая. Мне нравится это место. Сейчас попью здесь кофе. Здесь даже вот такая красивая тележка. Посмотрите, суперская. Вот такой вид с другой стороны. Очень яркий. Очень впечатляющий. Выход на улицу. Вернее, не на улицу, а туда на гольф. Поле. И здесь опять игровая площадочка для деток. Вот такое кафе, друзья. Вот такой гольф-клуб.
показала для вас еще один объект из моего анонса. И посетили мы это все внутри теперь. Думаю, что мой коротенький обзорчик вам понравился. Ставьте лайки, друзья. Не забывайте смотреть рекламу. Вновь прибывшие, подписывайтесь на мой канал. Очень много у нас интересных мест на острове Уайт, которые мы с вами будем вместе посещать. А внизу в описании я дам вам ссылочки на эту местность Сандаун, которую я уже вот который день хожу вокруг и не налюбуюсь. И еще даже не дошла до основных центральных там пляжей, до основной центральной набережной. Я только-только еще восточную часть вам показываю этого огромного берега Сандаун, который протянулся на 6 километров вот от этого великолепного обрыва Калвердаун и до Нидлс, до самого запада нашего острова. А кто не знает, еще раз напомню, это остров Isle of Wight, юг Англии, и остров очень маленький, весьма популярный. Он всего лишь навсего протяженностью 20 километров с севера на юг и 40 километров с востока на запад. Вот такая вот маленькая территория, которая полна сюрпризов, красот, исторических мест, доисторических мест. В общем, имеет форму ромба. Я вам показывала в динозаврах, когда мы гуляли. В общем, скину вам все видео, связанные с этим местом также. А на этом, друзья, всего вам доброго. Увидимся. Пока!